Можем его съесть, ребята, посмотрите, мы уже можем съесть человека, сейчас покажу. Ай-яй-яй, подождите, чуть-чуть еще. О, вы видели, ребята, отлично, мы его съели. Все, тоже, и бочку теперь мы тоже сейчас можем съесть, наверное, да? Сейчас посмотрим, отличненько. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Tasty Blue. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте все-таки начнем нашу игру и перейдем с вами на новый уровень. Так, ну что ж, в прошлый раз, ребятки, мы плавали с вами и закончили где? Вау, ребята, посмотрите, где мы. Ого, вот это да. Это какие-то мы, короче, на островах на каких-то прикольных. Посмотрите. Давайте. Ой, подождите. Давайте выпрыгнем отсюда. Отличненько. Тут бочки. Наверное, вот те бочки, ребятки, которые большие. Видите, мы их все равно скоро съедим. Вау, ребята, вы видели, бочки попадали. Да что ж ты будешь делать, а? Давайте возьмем вот эту бочечку большую. И будем кушать вот этих рыбок. Так, давайте. Это такие островки маленькие, ребятки. Вы видели такой берег? Давайте с бочки. О, человек даже на бочках стоит, ребята. Вы видели? А посмотрите, какого роста, ребятки, наш уже дельфин. Он уже довольно-таки вырос. А как мне достать до бочек? Я хочу бочку. Ого, ребята, вы видели? Мы съели. А, человек упал. Ха-ха-ха. Ребята, вы видели? Мы столкнули этого чувака в воду. О, мы можем его съесть, ребята. Посмотрите, мы уже можем съесть человека. Сейчас покажу. Ай-яй-яй, подождите, чуть-чуть еще. О, вы видели, ребята, отлично, мы его съели. Все, тоже, и бочку теперь мы тоже сейчас можем съесть, наверное, да? Сейчас посмотрим. Отличненько. Все, ребята, бочку мы кушаем. Отличненько. Так, бочечка. Давай, дельфинчик, сальто. Отлично. О, ребята, посмотрите, мы можем пальму даже съесть. Ого, ребята, вы видели? Мы даже можем пальму съесть. Вот это да, вот это круто. Просто, ребятки, замечательно, дорогие друзья. Давайте перейдем на следующий уровень. Так, ну что ж, дальше нас ждет. А дальше, ребята, что это за крейсер? Я не понял, это военная техника против меня, что ли? Ребята, посмотрите, военная техника собралась на корабле. И мне, наверное, надо ее кушать, что ли, чтобы она меня не трогала. Ого, ребята, вы видели? Вы видели как? Ого, посмотрите, мы съедаем вертолеты и самолеты. Мы все съели ихнее вооружение, которое было направлено против нас. Посмотрите, ребятки, вот это да. Вы когда-нибудь такое видели, ребят? Посмотрите, как круто. Вот это да. Мы уже, конечно, с вами играли, проходили, но насколько это потрясающе. Просто хочется играть и играть, ребят. Вы просто посмотрите. Ого, вот это да. Давайте потихоньку вот так вот съедать будем. Нам, наверное, нужно вырасти, ребятки, такими большими, чтобы мы даже съели вот этот крейсер, который здесь стоит. И таким образом были еще больше. Мы уже 70 метров в длину, ребята. Вы представляете, какой это размер? 70 метров в длину, ребята. Это очень огромный размер. Я как огромный многоэтажный дом уже, посмотрите. Я уже скоро буду практически, ребятки, такой же, как и, в принципе, этот корабль, дорогие друзья. Вай, как вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. Отличненько, ребята, я почти уже 90 метров. Отличненько, дорогие друзья. Мы потихонечку все-таки растем. И это просто не может не радовать. Ого, ребята, вы видели? Ракеты в меня стреляют. Зато я могу уже хавать подводные лодки. Крейсер. Мы уже можем маленькие крейсера кушать. Там торпеды за мной, ребята. Вот это да. Видели, ракеты за мной. По мне уже ракетами стреляют из подводных лодок. Торпедами, ребята. Давайте от них, собственно, как-то будем уходить. А для этого нам нужно, ребята, хавать и хавать. Нужно хавать все больше и больше кораблей, дорогие друзья. А как это так? Я такой огромный, а ракеты кушать не могу, ребятки. Вот это да. Если бы я еще и ракеты умел кушать, было бы просто, я считаю, замечательно. О, мы можем даже крейсер большой съесть. О, ребята, мы даже большой крейсер съели. Мы 200, ребята, мы 212 метров в длину. Посмотрите на огромные крейсера. Просто съедаем. Вот это да, вы
Представляете, вот это круто. Отлично, просто, просто классно. Так, отличненько, отличненько, отличненько. Давайте поплыли, поплыли, поплыли. Просто замечательно. Так, 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 ребятки. Подойдите, подойдите, подойдите. Вай, 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 вай. Так, плывем, 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 плывем. Ух, отлично, дорогие друзья. И мы проходим с вами этот уровень. И мы продолжаем нашу замечательную игрушку, дорогие друзья. Погнали. Ого, ребята, а здесь, я так понял, стоят бомбы. Ребят, посмотрите. Ого, да, ребята, я взорвался. Я подорвался на одну. Это подводная мина, ребятки. Это подводная мина, которая настроена на то, чтобы уничтожать меня. Видите? Они, люди, расставили, ребятки, мины по всему периметру. Для того, чтобы меня, так сказать, уничтожить. Да-да-да. Вы не ослышались, ребята. Вот люди меня хотят уничтожить за то, что я их съедаю, ребятки. Но ничего, мы же с вами, ребятки, рыба, которая быстро набирает огромный вес. Мы сейчас с вами вырастем, ребята, и начнем хавать эти мины. Просто-напросто мы их съедим. И все. Я считаю, ребятки, что вопрос наш будет решен. Вот и все. Буль-буль-буль-буль-буль. Так, отлично. Я так понял, когда я подрываюсь. О, все. И, ребята, посмотрите, я съедаю мины все. Вот это круто. Это ж надо, ребята. Вот это да. Вы когда-нибудь видели такой прикол? Вот это прикол. А вот это уже, ребятки, серьезно, в действительности. Вот это круто. Так, отличненько, дорогие друзья. Мы с вами уже прошли и этот уровень. Это просто замечательно, ребятки. Это просто не может не радовать. Так, ну что ж, давайте, ребятки, перейдем, собственно, на следующий. Ребята, а здесь у нас морской конек плавает. И что же он хочет нам сказать? Ребятки, а он хочет нам сказать, что мы еще даже его не можем кушать. Нам надо кушать только вот эти жемчужины, которые нам дают ракушки, ребятки. Ай, прищемила меня ракушка. Да что же ты будешь делать, а? Так, подождите, ребятки. Так, 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 так. Вот так вот. Ай-яй-яй, чуть не прищемили, вы видели, ребят? Отличненько, отличненько, просто супер. Таким образом, ребятки, мы набираем нашу массу тела. Мы потихонечку, ребятки, растем. И все хорошо у нас, в принципе. Отлично, я бы даже сказал. Я бы даже сказал, ребятки, отлично. О, ребят. Посмотрите, ребятки, мы морских коней хаваем. Посмотрите, какой звук, когда они, ребятки, кричат. Вот это круто. Вот это да, вы слышали, какой звук прикольный? Вот это да. Вот это круто, ребята. Так, каковы еще? Вау, ребятки, сальтуха, это, конечно же, отлично, круто. Кувыркаться, плескаться, это мне нравится. Но мне надо, ребятки, питаться, потому что мне нужно кушать, ребятки, скоро будет желтую рыбку. Я так думаю, ребята, для того, чтобы пройти мне этот уровень, мне надо, ребятки, питаться желтыми рыбками скоро. О, ребята, посмотрите, мы съедаем уже сами ракушки. О, классно! Вы представляете, мы съели всех желтых рыб, посмотрите. Вот это круто! Кому расскажи, никто не поверит, надо только показывать, дорогие друзья. Отличненько, и мы продолжаем нашу замечательную игрушку, ребятки. Под названием «Съедобный океан», «Съесть океан» или «Тестиблю». А здесь, ребятки, уже по мне ведется настоящая, ребята, война. Так, я 10 метров в длину, получается. Мне надо, ребята, ого, ракета в меня попала, ракета, помогите, помогите. Да что ж такое, ребята, а как же мне? Как же мне? Так, 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 ребята, выжить, смотрите. Истребители стреляют в воду, и таким образом я теряю... Теряю всю свою энергию. Ребята, вы видели? Это просто замечательно, что я расту все-таки. Отлично, два истребителя сразу съел. Да что ж ты будешь делать, а? Отлично, ребята. Уже 35 метров. Я думаю, что скоро мы, ребятки, сможем съесть вот эти крейсера. Мы потому что немножко теряем вес свой. Но ничего, дорогие друзья, мы его обязательно восстановим. И таким образом покажем людям, которые хотят нас уничтожить, что мы все-таки огромный синий дельфин, который
желает много кушать, а ему, ребятки, все запрещают. Так, против меня целая армия, дорогие друзья. Посмотрите. Посмотрите, что они делают. Вы только посмотрите, чем они занимаются, ребятки. Давайте потопим их корабли и съедим все истребители. Отлично, ребята. Я уже 55 метров в длину. Я думаю, что я буду только расти. Отлично, отлично, ребята. Посмотрите, мы уже корабль, ребятки, переворачиваем. Вы видели? Вот это да. Мы просто-напросто переворачиваем, ребятки, корабль. И таким образом съедаем все, что там находится, ребята. Посмотрите, какие мы... Мы уже 70 метров, дорогие друзья. Мы уже 70 метров. А какие-то маленькие пульки, которые истребители... Смотрите, ракеты. Истребитель пускает ракеты от меня, которые автоматически, ребятки, на меня наводятся. Отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью, ребятки, прошли этот уровень. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод подходит к концу. Вы были на канале Вечное Детство. С вами был, как всегда, Юра. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео. Также нажмите на колокольчик рядом с подпиской, чтобы не пропустить все мои новости, которые выходят на моем видеоканале, дорогие друзья. Ставьте пальчики вверх и не забывайте оставлять комментарии, дорогие друзья. Для меня это очень важно. Я вас сильно люблю, дорогие мои подписчики. До скорых встреч в следующих видео, дорогие друзья. Пока-пока.